Дорогие подписчики, привет всем! Сегодня на обзоре продолжение линейки бумбоксов в караоке Soundstorm. Это уже идет третий по классу. Это уже комбо-усилитель. Значит, эта модель обладает двумя классными микрофонами радио. Такие микрофончики, звук от них очень клевый, позже покажу. Так, значит, что из себя представляет сам аппарат? Помимо дисплея информативного большого, который показывает во время воспроизведения не только время, но еще и номер трека, вот он перескакивает периодически, вот так вот. Значит, богатый функционал по настройкам. Пусть вас не пугает китайский иероглиф, тут все интуитивно понятно. Так, значит, это управление, блок управления плеером, соответственно, переключение режимов. Это Bluetooth, линейный вход, радио FM и снова флешка. Можно еще также воткнуть microSD-карту традиционно вот сюда, и будет между ней тоже переключение после флешки. Так, значит, что этот аппарат может? Значит, есть два входа для микрофонов проводных еще, кроме двух радиомикрофонов. Гитарный вход. Пройдемся по ручкам. Что очень приятно, что ручки сделаны из алюминия, как в суперстарой какой-то суперкачественной японской аппаратуре хай-фай. Прям вот не ручки, а шедевр. Значит, первая ручка – громкость микрофона. Вторая ручка – delay. Третья ручка – эхо работает в паре с delay. Множит голос, не просто эхо там, а, ну, позже продемонстрирую. Далее. Здесь есть такая фишка интересная, значит, можно менять голос. То есть здесь стоит цифровой процессор, вы можете петь низким голосом, либо высоким, причем очень высокого качества. Выставляете нужный тембр голоса и вперед поете голосом гнома там, либо какого-то там, не знаю, мутанта с грубым голосом. Так, далее что у нас есть? Так, значит, есть тембр NC, высокие и низкие на микрофоны отдельно выведены. Эти две ручки идут на музыкальный инструмент. Сюда, кроме гитары, можно еще ставить, я так понимаю, ну, любой. То есть клавишный, там, баян, все, что вам в голову взбредет, все, что имеет звукосниматель. Значит, это у нас тембра, громкость гитары и эхо гитары. А это музыкальная часть, две ручки, низ, высокие частоты. Причем, когда их крутите, тоже все отображается вот здесь, вот, вот так вот клево сделано. И басы, соответственно. Вот басы, это ручка общая громкость. Здесь градация до 30, от 0 до 30. Эта же ручка и выключает аппарат. Вот. Да, выключает. Здесь гнезда AUX вход и еще какой-то вход, пока не разобрался. Вот. Значит, весит аппарат порядка 4 килограмм. Мощный аккумулятор здесь стоит. Так, здесь стоит еще, значит, установлены 4 динамика, 2 компрессионника и 2 низкочастотных. Сзади решетка, там две пассивные мембраны сделаны. Так. Далее продолжим. Значит, в комплекте идет такая чудесная кожаная ручка. Значит, откручиваете винтики с боков, вот эти стальные, и вставляете эту ручку, очень стильно, удобно носить. Так, есть многофункциональный пульт дистанционного управления, тоже надо разбираться, переведем чуть позже его. Вот, так что вот такой вот комбик и зарядное устройство. Всем пока!